Да, кстати, наверх. Давай талантик, пожалуйста, это. Оперативно сможешь это сделать? На фридом. Откуда они там убирают? Из погони? А, да, из этого мувспида 15%. А если с кулака убрать? Получится? Не, нам кулак вообще-то нужен. Не, я А вообще... зачем мувспид 15%, если он не стакается с моим духом? Да. А ты когда, ну, дух ставишь, что ли? Бля, пиркс мощный вообще, А если танк. нет духа, ставим? Ну, хоть как его нету. Если я умру, только. Почему я такой большой пират? Это я на тебя накинул. Откуда дух ставит этот дается? Да при любом духе, что ли? Не, это я Нет, просто. нет, нет. А когда выключаешь, его же нету, Ну, спрашиваю. у меня... Ну, да. Ну, так тогда и бегать не надо. У нас теперь два пирата. Блин, вот сделали бы эту чарку, типа вот на стаму и скорость есть, и сделали бы на АП и скорость, и на СПД и скорость, блядь. Ты о чем? Ну на тапке чарка скорость увеличит. А там на крит. Там. Там крит, крит дает. Ну да, бля, там у нас крит медленно. пачка жесткая, конечно, у нас десятка. Здесь, да, десятки две, очень сильные десятки две. Да ладно, первую даже анубу не убили. Вообще согласен. Ну все потому что пристание было. А кто там приз был у нас? Под ником Дрищ. А там нету приста. Вообще нет Дрища, слышишь? Давайте что, третий. Там по идее в том составе должно быть место совы прист. Завтра третью десятку соберу, короче. Когда вечером? Да, думаю. Тогда я шаманом схожу. Кашка, наверное, пойдет. У меня там 2-4. Вы, брат, ты видел, я сегодня передецешил всех на каком-то боссе? А во сколько ты пойдешь? Не, я не смотрел. Понятно. Добрый. Не, ну давай вечером, типа, после 7 хотя бы. Ну, лучше ну, после да. 7:30. Надо, чтобы с гильдии были челики нормальные. Кто... Ляу, бро, трансмог. Кто хорошо... Так там, вон, а, есть Суза, есть КГ-снип да, на замене как сидит раз. Постоянно у нас. Да. Ля, мощный, мощный. Гудлик. Невер, брат, ты где? Массакру вот делать или есть, не надо? Да. Не, массакру не надо. Просто фридом и все. Мяу. Мяу. Насков, бро, 4-4. Приз 4-4. Валк то же самое. И два топора. И фейп. И да. Дрищ. И ты. И Войд, и я, тут все 4-4. Ну, да только танк и хил один. Я самый вагон. Затесался. Ну шо, после 4-4. Да, блядь, не говори это слово, блядь. У меня посох две дырки, блядь. Ну если не. Ну да. У Пирекса 6-4 вообще-то. У меня, короче, на ШПС и к десятке посох две дырки, типа. Младший брат посоха три дырки, блядь. Два на СПД вставил туда. Ну, кстати, Сануба тоже нормально. Ну, Сануба... Да, там крит заебись. Но дырка-то одна, блядь. Ну, с десятки СВКшки там две. А, не. Хуёвый Сануба. Тут крита 88. Мне нормально. Ну, тебе нормально. Там ты тебе... Первая пати милешников, вторая пати РТДшек. Кстати, чуть поближе, Пирекс, ну, где-нибудь вот здесь удержим. Конечно, забагалось, кто бы сомневался. Люблю Сирус. Чё забагалось? Да меточки на землю. Вов, бро, сколько тебе до 7-й випки? Не знаю. Нихуя себе. Ой, Я с этим хантом чуть да, до 30 не дошел. Смысл, не знаю, 680, ну, 678, что-то. Тысяч? Ну, да. Ебать. Просто что это вы спросили? Ну, седьмая, это сколько? Миллион. Седьмая випка, да. Миллион, да, седьмая. Это вообще... Так, Киркс, ты с нами? Да, с нами, все, отлично. Да.
Только на седьмую задонатил, короче, и серв закрыл. Ну, где-нибудь вот здесь вот потанчу живом, чтобы нам побегать было попроще со всех сторон. Серв закрыл. Чё, СС будем на кого-нибудь кидать? Да, СС, давайте. Давай на Невера. А зачем на Невера? Не знаю. Не, мы без следа здесь пройдем. На сову, наверное. Сова самая слабая. На всякий случай, чтобы у нас БР был. Да. Сделано. Сделано. Все. Отлично. Oh, don't run, do, да нет каски. Ой, извиняюсь. Как это так вообще? У дрища нет каски. Извиняюсь. И МП5. Чё, тактику-то помните, блядь? У Фейба нет кулака. А то там... Ну, чё, масло намазали? У Дамии нет кулака. Нет кинозвов на танка, давай, согласен. Так. Что-то у нас слабый ретрик. Угу. Ретрик вообще... Это же разбафать не может, нихуя. Пришёл. Да, фул баф. 10 секунд. А, кстати, вопрос, Донт. Типа, на плечи можно зачарить стамину себе срезом? Да, можно. Даже нужно, это без. И там чуть-чуть до трапа не дошел. Вот возле тотема стоит трапа. Хорошо сработало, отлично. Вышли все. На милишники просто пока клеваем. Блин, вообще машину просто. Я опять сдох. Кинул Боб Перекс. Залей мне инроид. Блять, не могу найти, прикинь, сука. Да похуй. Да все снял. 5, 4, 3, 2, 1. Сейчас бегу. Отлично. На тебя кинулись, Перекс. Сможешь затаунтить? Давайте добьем до закупки. 3 секунды. Нет, не добьем. Заморожен. Блять. Поднимаю? Да, конечно. Порошочка, таунт. Босс. Еще один. Сейчас появится. 1 секунда. Все, появился. 300 тысяч у него. Вот просто добейте сразу же. Риджу. Творился. Левок, порошочек, дрищ. Я скинулся сразу же. Отлично. Я нет. А повару рибав дайте, фу. Наверх. Ой-ой-ой, сори, дрищ.
Сколько ложи появилось? Давайте, да, аккуратненько. Север, кто это? Встречный, хватай. Куда идем? Почитай альянсу, почитай альянсу. Ближе к боссу, чтобы Freedom достал. Хорош. Имбалансная вообще штука, на самом деле. Ага. Все, только аккуратнее, парни. Ты аспект включил там? А, блин, сейчас включу. От Фейба отбежали. Блять, ты чё? Опять на Фейбе. Опять на Фейбе, да. Я пока не могу прочитать это заклинание. Хорош. Почему так в 25-ке не можем молиться? Опять на Фейбе. Там цифры другие совсем. Да это-то понятно. Я имею в виду про столкновение. Там так хорошо чуть. Ля ремень какой. Да ну нахуй, смотри, какие плечи. ГЦ, ГЦ. Ебать. Видишь? Поезд нужен кому-то? Сок. И в твоё. Смотреть, наверное. И у тебя у нас воин в Акиле бегает. Вообще не говори, бля. Короче, возьму пояс себе. Бери, бери, чё-то. Хороший пояс. Три дырки будет, бля. Еба. Так, всё, со шмотом разобрались, давайте, запускаю. Невер, я сейчас это... Пусть у тебя там будет на файре. Просто бомба там и крита, и две дырки, прям сок просто. Угу. Ну вот бисовая шмотка. Бля, чё я не взял камней, блядь? Надо ещё чарку купить. Какие тебе нужны? А, ну это... Какие есть. Ну ладно. А какой на тебе на выносливость надо или что? Не, на сову. А, я понял. Я думаю, крита уйдут туда. Да, СПД крит. У меня смотри, какие я боссы на 33, там и крита 32, и дух, блять. Просто пиздец. Позор, блядь. А сейчас здесь аккуратненько сразу свечимся. Во все подряд. Все заливаем. Так, короче, вот этот... Геры у нас нету. Милфрон, не попался. 10 секунд. Еще ворота будут. Газовок закрывай.
давайте сыграем. Это 4, вообще ни одного прока. У меня это... Прохиливай как-нибудь, на 2 секунды Костаса. Сейчас удар выпался. Не будет. Мне возложение отдам. Две секунды. Сейчас Галеон появится. Все Волкан сыграли, блять, зачем так делать? Сокро дали? Два голема всего. Угу. То есть это легче, чем обычно. Чем обычно. Угу. Да. Ну, если у тебя ДПС есть, там как в 25-ке. Беги, малышка, беги! Войд. Че? А, я че, ты просто на месте стоял. По идее, скоро ворота должны быть. Да. Как в воду глядел. О, госпожа. Так, у меня сейчас стоп-каст будет на 5 секунд. Добили мы, госпожу. Все, давайте сейчас просто босса добьем. Так там просто милики отходить. Да, милики отходите. И от каста просто, и все. Он даже не успеет появиться. Конечно. Бля, ну пободрее, бля. Ой, и пояс. О, кольцо. Солнечный пояс, конечно. Ой, колечко бисовое. Слушай, Войд, бери себе кольцо. Колечко, да? Слушай, хотя стой, там меткость, но если у тебя... Кого метка... Войду? Тут и Фурику, и Ваханту кольцо. Кольцо? Не, это не то кольцо. Это СПДшное. А, это не то, да? Нет. Да, это СПДшное колечко. Подумай, в принципе, у тебя, наверное, лучше, у тебя хоста, если тебе метка. Хоста. О, сферка, сферка ГЦ. Блять, что кольцо ни разу не видел. Так, давайте все по 4 альянса ушли. Вов, просто... Блять, тебе надо? Вы заслужите достойную награду. Ну, просто можно потестить. Да, пусть Вовру потестить. Из ПДшки. Так. А чё, кто второй порол? Кому давать? Ставьте во второй, да. А Войд только, да. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Согласен. Никто не падал, лапку не надо. Никто не падал. Вот это самый сложный босс, мне кажется. Ну да. Да, там у нас Валк только должен на 4К больше давать, и все. Сова против совы, сука. А чё, а почему у нас Валк в Эндгейме? Хороший сетап, кстати, я так скажу. А чтобы бафать Дрища, Войда. У нас так все бафы есть в рейде. Так, кто у них там? ШПшка хилит у них, кто? Паладин с шаманом. ДКшечка у нас есть. Так, ну надо по роге играть, по шпешке. Как мы сыграем, прямо? Он далеко стоит. Черепочек, крестик, ромбик, потом квадратик. Все, вы там. С правой стороны обходите тогда. А, стоп. Есть ГБшка? Блин, мне надо закинуть, я туда ворую, да. Оттуда. О. А, я тоже поставил.
Надо, чтобы паладин выжил, не как сейчас вы к обычке, типа ДК запиздили и пало. Да, я там тупанул. Я случайно крылья прожал. И... Надо 40 секунд подождать, у меня баба откатится сейчас. А у меня был донт. Ну ладно, давай. Ебать, сколько гильд банков, ну? Нужно больше. Форму писюна выложи. Уже что-то получается. Я танцую. Рипов пока. Ну там сова угарно, блядь, контрастирует. Редко сову увидишь. Обычно дерево. Дерево это изи сетап сразу. Да. О, оком контролится просто и все. Трактор это же Жершан, да? Угу. Так, все, сейчас я в ММ спекнусь. Секундочку. Надо же было его трактором назвать. Блин, а у нас нету, да? Есть какая-нибудь вода? Вода? Угу. Вода, да. Все, спасибо. Да не, уже дали, спасибо. Ой, а такую я возьму, мне на арену пригодится. Спасибо. Да у меня есть пирекс. Ну ладно, пусть будет четвертый уж. Так. Сколько у тебя щарма? Можно кулачок репафнуть? 29 тысяч. 29. Ну я поезд, ну да. Да-да-да. 26 743. Ну, слушай, нормально, у меня 29 будет. Ну, плюс еще рейнджи. А, да, навал, как кулак дайте. Он в инфо пошел. Ну все, давайте тогда обходим. Все в стеночку вжались. Че, мы с правой, да, стороны спирекс? Да-да-да, вы с правой, вы с правой. Пиздить будем того, кто придет, да, походу? Ну да, я приведу, попробую руку, конечно, но... Кто получится, получится. Давай, Войд, Войд, трич туда, в самую решетку. А. Непонятно что. 5, 4, 3, 2, 1. Выпил зелье. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Стенка на стенку получается. Че, Геру можно тогда? Да-да, Геру надо. Мы стену все играем. Готово. Контроль, раздавайте. Мосфер, дайте, пожалуйста. Пойду прохил. Вы умрете. Мастин, он купить надо. Потом в креста играем. Крестик будет. Че, неутомимый умрет. Я уверен, даже не помогу. Я один остался. Я понимаю. А БР нет? Надо. БР нету. БР умер. Кого вы бьете? По крестику мы играем. Вайп сбивай, как каст... Да, Валк, сбивай касты, Вони. Творился. Детра дам, меня кастует. Мне изгнание, я, да. Я вижу. Я в Детре хожу. Бегите от ДКшника, а кого ему? Если видите то, что мало ХП, мансите, бегайте. А кого вы думаете? Да, просто Акова, не держите его. Сова сраная.
Ну я в любом случае сейчас по мане так сяду. Осталось да будет дэлпить. Потом пофиг. На валка частицу, ибо они его захуярить хотят. Вставалка и частицу на него. Частицу на него. Я боб отдам. Он единственный диспелит. Блять. Скотч. И ствол оставались такой. Серьезные. ДКшку мы прокатим. Ну как-нибудь свои сейвы. Я вообще уже по мане высох. Вы умрете. Кого теперь? Дайте я... кого падать. В смысле? Саву. Что-то они нас... Они пришли все почему-то, блядь. Как так вообще? Они все на меня с 40 вообще метров побежали сразу и все. Ну и похуй, короче. Да. Хули. Поэтому поагрил. Блять, я вообще не понимаю. На офе, по-моему, не было, что они не таунтятся, типа. Или было, блядь. Не-не, в хэмке они никогда не таунтились, да. Ебать мы слабые. На цирку не таунтились, блядь, в хэмке. И тут, по-моему, таунтились в 2019-м. Таунтились, я помню. А потом, сделали. Они грипаются только. У меня же видео есть. Там, короче, они где-то, когда ОКЗС гер выпустили, тогда уже сделали, что они не таунтятся. Есть у кого мамонт, я просто починиться хочу. Но если есть дживс, то тоже будет прикольно. Ну, у прочих есть. Это поебень, конечно. Таунт хоть как контроль дополнительный. Я просто смотрю, они все от пирксов убежали. Типа, ну нахер. Сказали такие, блядь. Потому что они еще до него не добежали. Они его даже не ударили. Мне кажется, они бы... Они не добежали до него, конечно. Они бы его просто отпиздили, мне кажется. Типа я рано пошел, что ли? Да. Да, ты раньше позже ходил и забирал потихоньку. А сейчас ты побежал, и они сразу на тебя перекинулись. Толпа нас разъебала. Где вы уже вайпнулись, а? Там, кстати, на этих... На толпе. На чемпах. Только что. Ой, ратьё. Вообще согласен. Когда эти площади будут уже? Мы вызываем альянс на бой. Позволь нам... Когда все раки вымоют. Причём чемпионов-то это гиром не затащить. Сейчас посмотрим, кто там еще появится. Слава альянсу! Было бы дерево, было бы нормально сейчас. Ебать, Рок Хант. Ну-ка. Ну, с правой стороны мы заходим и все. Бля, тут, конечно, пиздец, еб. Ну, вот он Рогу точно на оковах поддержит. Это стопудово, типа. Я повихрю шамана. По очереди с хэпам. И проще будет. Этому. Валк звезде дашь жабу. А после двух вихрей в луну я на звезду вихри буду кидать. Ну а лок там не страшен. Похуй вообще. Бля, был бы такой сетап сначала. Прием. Прием. Что это молчат все? Не знаю. Донт. Да.
у меня свой лицо выкинул, я тут разговариваю. А, давайте, где Невер стоит, все, сюда, перешли. Дрич, где настой? Только что. Пять. Неутомимо, убегай, убегай. Два. Один. Блять, вот это не бегут. Хорошо, Маздина у нас. Не-не, Перекс, уводи, уводи воина хотя бы с локом. А с ней наиграем? Гера есть? Далеко только не могу. Диспел, диспел, фу. По локу контроль нужен. Ну, ебать его, урод. Пиздец, пошотал просто лок. А че, блять, ну а Геру снять с них? Размазня. Не ложимся. Конечно. Все, посыпались. Я знаю, что надо. Просто вот эти, как протовары протопало, они лучше. Почему-то на них все сразу держатся, заебись. Потому что там большая разница армора, они еще точек снимают. Ну, они типа прям вообще сразу же на нас побежали. Опять же. Ну давай, Пирекс. И причем даже не на меня уже. Власть переключит, да и все. Попробуй, да, попробуй кровавую власть или зеленую. Не снимать, типа, нихуя, вот власть, говорят, типа, то же самое, что щит снять. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями. Ты когда видишь, что они бегут, все, разворачивайся, бежишь назад, не надо до конца идти. Ну, а просто друида, друид нужен, дерево. Да, дерево было бы заебись. Может, против у кого-то есть, может, наверное, против есть. Нету. Оскорблять орду. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Это у тебя шотнул. Да. Никого, герой орды. Локтар Рогар. Бля, мне еще на работу, блять. Ну как кто-то. Сова ебаная. Ебаная. Пиздец. Трактор. Ну сейчас одни рейнджи. Типа забрать приста и ДКшник. ДКшник. Вот Харзога разъебать. Сука, такой сетап бы сначала был. Войт, ты поднимай их. Тогда, наверное, ШПшку. Так. Она меньше урона была. Ага. Так, ну ДКшку с пристом пытайся на себя утянуть. По Вадину также у нас Трич проконтролит его. Играем в Ока, в Сову, либо в ШП потом. Че, Гера даже? Тут вообще удобно, он с той стороны прибежит, и квадрат притянет туда, а мы здесь черепок разберем. Кулак. Давайте в стеночку. Ушли. В стеночку, а к воротам уйдите сразу. Да. Мне с какой стороны подбегать? А справа. Ромбик, квадратик. Да, вот. Если вот на себе будет, будет очень хорошо. Хотя бы квадратик. На Фейбе нет каски. Да? Ой, я забыл. Сейчас-то. Давайте запускаем. 5, 4, 3, 2, 1. Бутырки выпейте. Ну на кого, блядь, на затему побежали? Чё за хуйня? Ну ДКшника забрал. В Лока играем? Та соло постоишь там. Да. Да ёбаный рот. Ну, вроде на войде они все бежали. Я так посмотрел на них. Я не знаю, зачем вы раньше выходите из ворот. Выбирал.
первый диспал со всех. Бля, Пиркс. Там у Пиркса проблема. Да. И у Валка тоже. Контроль. Саву нужно как раз контролить. ШПшку Саву расконтролить надо. Давайте ШП. Куда нахуй убежал? По сове контроль. Блин. Наверное, диспойте себе. Паутина, есть контроль? Отлично. Не дошла она до твоей. Трапор. Снова играем. Они хилятся, пиздец. А чё, минус 50% яда нет? У меня есть. Мартошин. Точно. Все равно хилят надо. Я дам потом стан по один, там, наверное. Сейчас расконтролирую двоих, сразу же пробиваем. Давайте приста сыграем. Ой, будет черепочка. Шамана. Просто на этих чемпах, нахуй, торопиться не надо, бля. Типа, они ему все равно придут, блядь. Дайте контроль по фиртам какой-нибудь стану. Побегают. Или там Пирекса вообще просто убивают. Так сильно бьет на самом деле. Да, я заметил. У него там эта ОПшка, которая типа... Он как ебнет. Я сброс выбрал. Бля, да. Я не утомим, живи. По улице. Стычки сразу. Да у дрыща. У дрыща там ПВП с ДКшником.
Пойди, сколько сейчас про нее? А, чего? А сколько у тебя брони? У меня? Угу. 26. Пустая и горькая победа. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целые. Кто еще, кроме короля лича... Паладин кинжал не умеет доносить. Паладина? Нет. Не может. Истинная опасность еще впереди. Вот это вот на Эрдру триня идет, вот МП5 и вот что там, да, СПД? Да, СПД, да. А, она же прожимная, блядь. Ну да, она такая себе. Тебе лучше статичная СПД, чем да, вот это. Да, на утешение, глаз. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля. Что тут надо в танк? Пусть состязания начнутся! Да, да, да. С Агром здесь главное следим. А чё у нас лут в этом? Что? Лут в этом ещё лежит что-то. Не, всё ничего раздал. Не лежит, уже всё. Порошочек забрал сферу рыцаря, сузущий свет. Как обычно. Я кристалл пропасти получил, а клинок забыл. Я прослушал. В мишку надо, да? Так, а перек станешь твоих? Мне спекаться в мишку? Да, да, тебе спекаться. А. Да, да, давай тебе спекаться в мишку. Ты ловишь, получается, со стороны вот, ну, внешней, а я с внутренней. Хорошо, что за эту неделю сколько там? 4-5 уже срулил. 4. С внешней это где ты говоришь? Где ты, где ну, ты это говоришь? Вот справа от портала. Вот это внешняя сторона, я сейчас называю. А которая между двумя порталами, это внутренняя. Я вот здесь вот бегаю. Ну, я тут вот засчитал. Вообще шансов не оставляет. Ничего, как-нибудь потом. Валк, наверное, готов? Все хорошо. Вот, я как попрошу, закинешь, да, в меня? Так, кому саппорт нужен, давайте мне обмен. Сопрос здесь, ну, хилам там и тем, кто ловит, по идее. Войт нужен сопротик? Нет. Неутомимая? Ну, у него есть свой. Окей, все хорошо. Тогда давайте ДПМ ставлю. Я черную на пулю на тебя, но ты сильно следи за огромным. Один. Их как бы ДПС, не важно. Не самое главное, мы пройдем спокойно по ДПС. Во имя короля лича вы умрете. Готовимся, 5 секунд спецспособности. Бьем так же.
Зальешь вот. Готовимся 5 секунд. Переключились. Бьем ромбик. Они поменяли, там кто-то с черным. Давай переводи, вообще никого нету тут. Остаемся свету. Вопрос рвал. Уже. Агро. Своего просто уйти. 4 секунды. Сейчас спецспособность будет. Да, добиваем уже. Переключились в темные. Здесь стоим, белый добиваем просто. О, кинжальчик мне нужен. Левую рука бери себе этот войт. И дагер. Да, и все, у тебя бис. Mm-hmm. Ну, типа, можно из 25-ки, конечно, но из 10-ки хороший. Ну, попробуем. Дайте мне лучше. А, там. Так это что получается будет? У меня больше СПД, чем с 3 дырки будет? Да. А получается, сука, ну 3 дырки охуенно звучит просто. А Фейб, тебе не нужен кинжальчик? Окей. Поддерживаю Войда, 3 дырки звучит нормально так. А да это 2 дырки, ну посчитай просто, одна во Фенди, одна в кинжале, а там 3 просто, 3 дырки, блядь. А чё ты пока? Ой, пойду курну пока. По хосте получается 109, а тут вместо крита меткость. Сука, по криту минус будет. Тут 37 крита всего лишь. Ёк, у нас всех свои 3 дырки. Пиздец. Кисти рук. А откуда это такое? Да это он за профу так стоял. Сульды, я помню, ну такая есть. Я таскал такие. С йога. Или с Везекс. А, с Везекс, точно. Я таскал такие, но... Так, ну надо посчитать статы. Ну, сука, ну на посохе крита будет больше. Ладно, учитывая, что у меня есть плечи, блядь. Вообще бомба. Чё, в одного танка оно было? Угу, да, в одного танка. Подожди, я с гором, сейчас отойду. Пишу что-то. Ну, остается только, считай, тапки сменить на какие-то более достойные. Это пиздец, конечно. С йога бисером. И все. Ну и плащ, конечно, надо какой-то другой. Бля. Империю под льдами Нордскола. Вспышку какую-нибудь. На которой вы так бездумно построили. Надо в льду ходить. Дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне. Раньше вспышка больше и чаще падала. Я еще и покурить успел.
Невер, чё, я тогда первый по бопу. Потом ты. Обидно, конечно, за чемпов. Да, там и составами два раза не прокатило. Да пиздец. Да подожди, сейчас еще не обидно. Вот сейчас мы Ануба с первого раза убьем, тогда будет обидно. Да, да, вот если Ануба с первого, это будет обидно, конечно. А мы когда Ануба будем добивать? Да хотя на самом деле не обидно. Я не знаю, наверное, после ульты. Не знаю, мне кажется, сам Гантош, мы закрываем АВК десятку, уже достижение, блядь. Да, все равно шмот-то лутаем. Конечно. Вон, Войд приоделся уже. А есть банк у кого-нибудь? 29 минут. Не, у меня тоже, мы все его поставили. Ты чё, блядь? У меня рыбка просто закончилась. Тут посох две дырки падают. Так уже 272 упал один. А, думаешь? Да ну, не, мне кажется, они не добавят. Потому что с десятки-то давно уже утонули 50 на 50. А они до сих пор не добавили. Ну, типа в то же самое КД, когда и босс, ну и 25-ку закрыли. Не, мне кажется, это не будут внутри добавлять, потому что, ну... Добавят, когда Гера откроется, Кара, а это маги-гру. Ну да, наверное. Блять, надо на сову задонатить, нахуй. Угу, если мы, да, не, если не выбью, я тоже себе возьму на ханта. Хотя зачем на сову, если буду на хпали? Согласен. Ну, рано или поздно точно выйдет, да? Чуть каски, а и... Да нет, хватит. Так, по 10 минут. Первый раз за... Тогда арчешку. Невер, чё, налёт включишь? Донт, а ты на ханте? Да. Да, да, я на ханте. Наверное, давайте тогда налет это ауру. Тебе вот это древковое надо? Нет. У меня 58. А, подожди, а что там за древковое-то? С хостой? Хоста РП. Угу. Не, мне не надо. О, ну мишку мне с 50 выносливости апнет. В сравнении с ульдаровским. Я гробую шуль. Кстати, а тебе разве не вот это надо? А что мы стоим-то, не понял, почему? Да, мы стоим, да, да, согласен. Хороший вопрос, чем мы стоим? А, то же самое, Пирекс, если она поудает, ты с пола грибаешь под себя сверху. Черепочек ставлю, мы бьёмся. А кто еще? А, блядь, я думал, Войд будет. А, ну давай, Войд потанчит. Ну давай. Ну, чтобы быстрее пройти, потому что я могу... Ну да, ты, у тебя клива больше, чем у совы. Да. Тем более, звездопада не, шального не будет. Да-да-да, переводим без гера. Вот ИПС, ну, прям овер много. Тогда, ну, Пирекс, ты в любом случае гриппай сверху. Сплова у нас. А, Войд это... Черепочек ставлю, черепочек играем. Хера себе, Войд 70к, блядь. Да, пизда вообще, нахуй. Войд жирный такой. Так, все готовы, давайте. Перчак только еще один дадим на всякий случай. Прикинь, ему еще скоробей дать, нахуй. Хэмовский обычный, блядь. А зато у меня осталось? Ой, еще 12 минут у нас, нормально. ДБМ. 5, 4, 3, 2... Один. Его уже только Пирекс не забудь притянуть. Уже есть. А, все, ладно. Вышли с одной стороны.
Я стан дома. Ладно, сыграли. Здесь. Ну пока вы. Дайте фридом. По книжке. Я дал. Стан. Я первый Невера, если что. Закапывается. Дайте стан ему. Вов бронуть. Беги. Ирекс, глядишь вот этот морозные стеночки. Mm-hmm. Черепочек поставим. Что там номера надо, нет? А у меня КД по 15 секунд. Ну хорошо, пока да, я просто крепил. Ньютомио, тебе залить ему? Да, залей ему. На дрище. А нет, на пирексе. Невер готовься. Есть дабуб? Да. Да, будет. Все, и далеко не убегайте на ту сторону, он сейчас с этой стороны вылезет. Он не успеет дойти, мы вот в эту, где сначала пули стартовали, туда и пойдем. 5 секунд. Ну только дрищ уйдет. Да, на нее, пожалуй, пойду. Сразу. А, да все, можешь не убегать. Не-не-не, все, он выходит, он на круге выходит. Охуеть, 50% мы почти сняли. Да? 40 сняли. Я думаю, это 14 тысяч давал. Мобы вышли. Слушай, мы его на это переведем. Да. Освобождай. Выбить его. Я вытащу. Блядь. 35. Да, мы переводим его. Ну перевести придешь еще один. Файл. Ну, они в любом случае появятся. Тут переведем, да. И переведем. Ну лучше. Давайте моба добиваем. Я дальнего законтролю. Давай, Гера. Сука. Поднять рейд. Сокру есть. Я уже отдал. Блять, еще один моб появился. Кто его, блять, вытащил? Да, в смысле, он из моей трапы каким-то хуем вышел. Блять. Не сбылась, да, мечта? Как мы хотели построиться после того, как убьем с первого трапа. Почему он из трапы-то вышел? У Невера то же самое было. Так а я его, блядь, стоунтил. Из трапы? Он далеко стоял в трапе. Это не ближний был. Из покаяния. Да, вот, а из трапы как он вышел второй? Из трапы хуй знает. Да, я тоже так думаю. Ну, слушай, Фейп, у нас типа 2 паладина, так и так. Угу. Так тратится. Сфер-то 6 всего лишь, их надо. Попробуем зергануть его. Так мы его и так зергаем. 2 взрывания, это заебись. А что значит зергануть? Каких 2? Одно взрывание же у нас. Одно взрывание. Да? Ну, зарылся он один раз, да. Ну, Геру, мне кажется, нет смысла сдавать. И Геру на третью, на прохил будем отдавать. Да. Ну, жуков-то вот этих, ну, типа, один вышел, ладно. Второго тогда, если такая же хуйня будет, фернуть, одного залить. И потом уже типа третьего, четвертого. Непривычно, блядь, после 25-ки тут прям шпарят эти жуки, пиздец. На третьей фазе. Лапку, пожалуйста. Подай мне кулак. И подрещаем по 5. А питомцы есть у него.
Я думал, вы на третий саппорт и выпьете. Не выпили, да? Не, я не выпил. Так. Специально слились, чтобы обидно не было. 5, 4, 3, 2, 1. Паук, ставь твой таст. Прям. Вышли мамбы. А, нет, не, все правильно, все правильно. Ой, я агру. Агру. Я соль был. Смотрите вам. Войд. Что-то у меня по 2 делает. У меня тоже. Даша слаганула. Под еще и будете сали. Кто-то спал. Я могу сбросить. Ну, пока что могу сали. Сейчас сбросить. Я при фридом его владею. Да. Не надо там приблять 2 секунды закоп. Станус счет дадите. Фейп. Ну ладно, разбивается пусть. Навернуть. Давай сам по себе. Ну. Угу. Фейп, я дам. Дрищ на тебе. Мне что, дадут? Да, я дам. Бегай в стенку сам. 13 секунд. Как раз боб. Я пока не могу использовать эту способность. Надо где-то сферку сферку разбить, может, по центру, не? Да, по центру получается. Блять. Надо было убежать от него, на бате. В этот раз меньше ДПС стали на пару процентов. Войд. Ну там вопрос сорвал с тобой. Жуков давайте забьем. 2 секунды. И вот именно так же одного приконтролишь. Все, черепочек заливать будем. Все, пошла Гера. А че там жук стоит на месте? На репитинг. Блять, он на репитинг сел. Давайте его сольем, я случайно сбил уже. Пробраться оверхилит, пиздец. Метки прохил, главное, и все. И вот мимо того держи дальше. Все, босс. Не, не успел фейгу. Хорошо, остальных поднимай просто и все. Жуки 3 секунды, смотрите. Два фера паловских есть просто. Где они? Вон он. Дальнего за контролем. У него там мимо я вышел. Я дал фир. Хорошо, вот сыграем. Босса 500к. А, бомжей пирекс. Просто босса играем 300. Я в Т3.
100 тысяч. Добиваем. 40, 20, 10. Хорош. Блять, я там фул прожимки отдал. Триню, всю хуйню. О, посох. На посох две дырки. Еще один чест. Щит! Ух ты, и щит, хорош. Хотя, я думаю, наверное, возьму я его. И что одевать теперь? Посох две дырки или... Давай мне левую руку, а я забирай посох. А чё, масрез бы дали бы? А это кому левую руку? Дрищик. Дрищик. Нихуя, на эрдру, да, походу, надо? На танка там. О, так, чё это? Бля. У нас некому. Ну, ты, да нет, я возьму. О, дайте масрез, хорошо. Бля, где-то пор мой, а? Согласен. Где мой арбалет? Дай ему срез. Воу, бро, сфера рыцаря. Две сферы с этого босса. Да? Да-да, реально две. Ну а чё, шмот не падает, хоть сферки, блин. Вон, за кольцом с донтом ходим-ходим, он не оно не падает. Оно упало, кому мы отдали? Секси-тролль, да, по-моему? Нет, там другое было. Там на силу кольцо, а нам на ловкость надо. А оно никак. У босса есть, да? Да, по-моему, да. Не знаешь, какой оффхенд надо? Мне надо с погибели, блядь. Невер, тебе нужна дробяшка? Может, будешь делать когда-нибудь на поле? Ему трофеи нужны. Ну так-то, если я типа одеваю этот оффхенд, то у меня минус крита, сколько? Ну, около 60 крита в минус. И меткость надо где-то убирать, чтобы ее ставить, типа. И, но СПД плюс 80 от оффхенда. Вот, а посох одеть нихуя не поменяется, просто плюс дырка, блядь. А чарку? Ну, чарку, да. Ну, три дырки посох все равно лучше этого будет. Сука, вот как ни крути, три дырки посох бисы. Ну да. Ну ты, давай просто этот оффхенд. Ну, да, тем более у меня сейчас, видишь, у меня меткость, чтобы перекапа не было, мне нахуй сейчас не нужна. О, такой, да, давай три победки надо сделать. Сейчас я только на аукцион всякого это выставлю. Ну, посох, конечно, угар. Ой, этот кинжал. Погибели надо крит хаст. Вот это заебись будет. Там с дыркой, по-моему.